Thank you.
Thank you.
Через полчаса не будет обратной электрички со школы пробивки? У меня просто руки заняты, я тоже в смартфоне. Это где-то 6.20, да? 6.20. Следующее, наверное, поздно, да? Да хотя бы до вокзала. 17.35. 17.35, а она раньше уходит, да? А потом вообще нету, да? Спасибо. 18.34. А, 18.34? Да. Не в аэропорт? В аэропорт, да? А, ну, мне до вокзала, да. А, ну, оно... 19.30 будет до первого фотографа. А, 19.30? Да, до первого фотографа. А аэропорт Гумрак, он тоже через Волгоград один проходит, да? Да, на Бакинской. То есть она во сколько там до Гумрака? 18.34. А, то есть я успею на аэропорт пересесть, да? Ну, которая до аэропорта, и сойти там на вокзал один, на Волгоград. Даже минут 10-15, да? Ага, спасибо. А, она туда доедет и обратно поедет, да? Да, можете не выходить. Так можно даже доехать до конечной и... А, и она, они там даже, ну, не выходить можно из электрички и сразу поехать, да? Угу.
А шпалопропитка это еще километров 5, да? Туда, дальше. В степь. Да? Ну, вниз по Волге, да? Но это не так далеко. Понятно. Я просто думал или на юбилейном на автобусе, но на электричке-то быстрее будет, да? То есть сейчас будут проходить, спросить, это же электричка едет, да? И можно ли на ней же вернуться? Сейчас будут обелечивать. Скажите, на шпалопробитке нету станции? То есть надо купить на самой станции билет, да? Чтоб штраф не взяли. А, так там можно не успеть, да? Успею, да? А ну минут 5 там стоит? Нет, она долго там стоит. Да? Сейчас я посмотрю, сколько она А, то есть это 15 минут, да? Ну это там можно успеть за 15 минут билет купить. Просто я вообще не знаю эту станцию, ни разу там не был. Там такой же обычный этот, ну типа сторожка какая-то, да? А, понятно. И они штраф не возьмут, да? Понятно. Они, наверное, до 6 только работают, да? Я сам себе в Яндекс.Телефон установил, когда на электричке ездил, установил приложение электрички, просто он у меня вот тут руки заняты, я посмотрел сам. Вот у меня тут Яндекс.Телефон, вот. Я тебе еще там 2 месяца.
Для установки сегодня. Можно вас спросить? Ваша же электричка едет потом в Гумрак, в аэропорт, да? Нет, вот. Не это.
Нет, другая. Следующая, да, будет 16:35. А там нужно доехать до Шпалопропитки, купить билет и вернуться на Волгоград. Шпалопропитка уже закрыта будет. А, ну, штраф не возьмут? Нет, электричкой можете купить. То есть, вот пересесть на электричку, да. И из этого, из Шпалопропитки... Доехать в аэропорт? Ну, не в аэропорт, а в это, Волгоград один. Да, да. То есть, там я не ошибусь, на другую электричку не сяду. Нет, там вы там она будет стоять на другом пути, да. А ваша будет отстаиваться а нет, еще подождите, там. Это же и есть электричка. Это же и электричка. Да. То есть можно даже не выходить. Нет, выходить все равно. А, ну, выйду, подожду. Да, да, я на дверь открою там через 5 минут. То есть ваша же электричка. Это, да? Точно, да? Точно, да. Спасибо. Скажите, это сразу за канальной идет Шпалопропитка, да? Продолжение следует...
Кировская, следующая остановка Волгоград. Подскажите, если билет пробил до Закональной, а доехал до школы пропитки, да, там же цена одинаковая же, да?
проверяли уже повторно? Повторная проверка, да. Такие случаи будут каждый день. Пару сбор,
за это. Thank you.
Кооперативка Закональный километров 5, да? Ни разу туда не ездили, да? Я ни разу, вот сколько езжу, ни разу не ездил. Ну, я не знаю, сколько. Ну, не больше 10, да? Просто я знаю, там где-то заводы какие-то, да? Заводы дальше. А, то есть она ближе до завода, да?
Ну тут 3 минуты ехать. Вы сказали в 19, это тут быстро. Километра 2 или 3, наверное, да? Я сюда раз 7 ездил, ни разу вот до школы пропитки не доезжал. А это уже конечная, да? Ну да. Ну дальше еще где-то это южная, Татьянка. А он не ездит до нее? Это не едет. Это иногда он ездит, вот да? Вот следующая электричка, она дает. Там уже промзона. Конечно, трех звонит свою вещь.